Так, ребят, всем привет. Это у нас рубрика How to Play. Как играть на том или ином персонаже, который я рассказываю свои действия, что и почему я делаю, для чего я тот или иной артефакт собираю. Стараюсь, конечно, рассказывать. У вас, как всегда, лайк, комментарий и обязательно подпишитесь на канал. Все, кто не подписан, не устану это напоминать, обязательно подписывайтесь, потому что 70, не вру, 57% смотрит без подписки, а еще лучше всего даже те, кто подписаны, поставить еще и колокольчик сверху, чтобы точно знать, когда выходят ролики. Напоминаю, ролики выходят каждый день в 18:00 по московскому времени с интервалом 5-7, либо 6-7, то есть либо один в неделю, либо два ролика не будет в неделю по графику, либо один ролик не будет по графику, то есть не с вами, либо 5, либо 6 роликов в неделю, вот. То есть один день я в любом случае, может, себе возьму выходной. Какой день, не знаю, разному. Когда смогу, когда не смогу сыграть и так далее. Ладно, поехали. У нас сегодня Хускар. Смотрим пики. Это у нас новый сезон. Сейчас будем чилить, расслабляться. Вокер на лиде. Через непонятный бит. Походу, купил себе курицу сразу. Потому что у него деньги на не хватило на все. Сразу. Мотки. Куры у нас, кстати, нету. Пишу курубы. Мне там, может, кому-то это будет интересно. На самом деле это хорошо, что у нас просидел. У меня сейчас увеличен темп боя. Я могу спокойно добивать всех крипасов, стараться. На третьем уровне агрессану, убью его. Можно было рисковать до победы идти за ним, но не стал, как говорится. Так, там бар никаких нету. Там есть только санстрайк инвокер из неприятного. Который у него плюс-минус и вебка дэшился. Вот так поворот. Чтобы не просаживаться по фласкам, в идеале, конечно, 900 голды сразу нафармить, купить себе шлемак за 900, который в этой доте. И со шлемаком фармить уже. Потому что шлемак дает нам армор, шлемак дает 5 хп регена за 900. На доминатор, который Helm of From Heal, как-то так и называется. За 900 он, короче, стоит. Берем хилку на 4 уровне, обязательно качаем именно так, то есть первую, третью по разу. И максимум вторую до 7. Вот он правильно делает, что он так играет. Показалось бы очень любопытно, то что он понимает, что ему нужно делать. Ой-ой-ой, я умираю, по-моему, да? Да, умираю. Мне выжил, повезло. Блин, сильный герой, конечно, инвокер против меня. Не в алакрите, я его не пробиваю, просто-напросто. Не могу его пробить, он меня сам пробивает. Мана там есть, кстати, будет санстрайк, нужно не словить его. Рисковать не стану, выпив фласку. И попадет. Вот, думал, попадет еще. Все, он больше не фармит. Будет фармить, я буду подходить его сразу, тыкать копьем. Ну, копьями забрасывать, а не. Надо крипа забрать своего. Отлично. Он встал, кстати, нужно играть осторожно. Можно получить санстрайк в лицо. И умереть, на самом деле. Нужно к крипам ближе стоять, чтобы урон делился, если что. Тяжело добивать, у Скара очень маленький урон. Очень маленький. Давай, наверное, сразу куплю себе вот так. И кларетку возьму еще сверху.
Ну, пойду гляну руну, может, что найду. Там омник в топе. Кстати, омник в топе. И он вроде там агрессирует, так он рекол потратил. Гоу убьем его. А, я умер, лол. Что, знаете, что я сделал потом? На меня тавр переключился, хотя я вроде его не рейд кликал, а просто, ну, типа, ульт дал. Капец. Такой анлак просто. Ладно, будем Кускара, ой, Кускара, Инвокера террорить. Зря на самом деле умер, мог вообще без смертей на радис сыграть. Хотя там умник чистый урон дает от первого скилла и этот санстрайк дает. То есть тут, наверное, без нуля смерти мне не вышло бы. Ну ладно, блин, я, конечно, не ожидал такой темы, что у меня Таур переключится. Очень любопытненько. Передамажит, что ли? Че ты пришел сюда? Тебя не просил сюда приходить. Ну, там легион, кстати. Из неприятных событий на сегодняшний день. Так ладно, пойдем за руны сгоняем. Поставлю себе одного клона на стак. Не забыть только про него. Прикольно, он поделил урон. Сейчас тут побаивается легионом, не потому что выберет на меня убить меня пытаются. Я его стараюсь прям по максимуму напрягать этого инвокера. Печенька. В два взял хилку сейчас. Дабы сейчас похилиться сразу. Первый скилл как бы есть, третий скилл есть как бы смысл замаксить тоже сразу, прям именно в один хил оставить и третий макс. Ну, в большинстве случаев активные скиллы всегда полезнее в начале, потому что активные скиллы дают буст. А пассивки, как правило, это только для фарма в основном. Ну, конечно, не во всей ситуации, это вот нужно рассматривать индивидуально каждую, но в большинстве случаев активный скилл в начале полезнее, чем пассивный. Ну, я имею в виду, то есть пассивка, либо активка, активка полезнее. То есть, как бы, ну, это такой, это микронюансик, который нужно понимать, знать там. Чисто с опытом такая фигня приходит уже. Понимаешь эту тему. Так, там фиолетовый, кстати, Морта, да? Морта с фазами, 7 уровень, вряд ли я ее нарококну. Она, блин, конется просто от меня. Так, этот лакрити отдал, но она у нее там регенерируется там. Буквально, быстро очень. Ты же быстрее, тебя, друг. Кастовался ли? Сейчас кто галут сделал. Алакрити на себя потратил. Псих. Кстати, ТПшка моя. Кто-то ее забрал, какая-то скотина. Я так понимаю, это забрал Пудж. Да, Пудж забрал у меня ТП. Сволочь. Пудж. Ну, никто не зашал, он забрал ТП. Ну, мне кажется, не стоит ему давать курицу после такого поведения. Поступка. Еще раз замакшу первый скилл, чтобы больше хилиться. Таковой пассивку пока не вижу смысла максить. Возьмусь опять, чтобы никто не свистнул.
Плохо крипа не добиваю. Да ё-моё. Все, в три хилки хватит, буду макс пассиву сейчас. До 11 как раз в два раза возьму ее. Нет, в два раза ее более чем достаточно будет. Стики купили, стики на Пускара очень важные. То есть, сами понимаете, да, в любой момент можете нажать, хилку на себя прожать, маны у вас будет больше. Там тавр в топе, который, скорее всего, не успеет упасть. Я пойду его заберу и плюс заберу тавр. То есть там есть фиолетовый. Нам на него пофиг, мы просто будем забирать тавр. Как раз мана на хилку накапает, если у нас нападет. Думаю, что у нас нападет, он боится нас. Отлично, просто забрали тавр. Пойдет, не нападет. Добавлю сейчас санстрайка, но уже не боюсь. Восьмой уровень, не убьет меня, ему не хватит урона. Я думаю. Так, монетка есть. Инвокер пушит. Если не уйдет, он умрет сейчас. Низ даже его не спасет. Он не уходит. Он умирает. Я уверен более чем. Страйк дал под себя. Вот это была ошибочка. Мортред КТП нажала. Я скиллы качал. Мог рамлит забузить. Ну ладно. Хотя там крип бил меня. Не, на раз забузить мог. Если бы я сейчас забузил, убил, и вообще было красиво бы. Ну ладно. В принципе, что имеем, то имеем. Да рипер в него. Да рипер в него, он умрет. Не умрет там. Хватит ему хп, пережит барьер. Так, ладно. Сейчас купим себе, наверное, сразу акс. Ну, топор за 1000, который... И пойду с ним, наверное. Даже, наверное, уже пойду сейчас убью Рошина. Так, вот, наверное, даже сделаем. Я, может, сначала подраться, а потом убить Рошина. Хорош. Жри его, как бы. Да, додуматься. Держи. Луна поехала. Четко. Так, принесем себе Белт, Сэндж. И вот так сделаем. Пробуем сейчас убить Рошана. Так, возьму Нора сейчас сначала. Мартрекка по-прежнему фармит, и это не круто. Боже, ну это такое везение просто. Максимальное везение просто. Сейчас главное не протупить здесь. С Рошаном. Частичные моменты такие. В которых можно ошибиться. Баши вот эти вот проклят. У него двойной баш. Сейчас главное не ошибиться и все. Если он сейчас на меня кинет, будет хорошо очень даже. Отлично. Хорошо. Шан готов. Каретку себе принесем. На каретках, конечно, разоряемся жестко. Постоянно берем их. Но что делать, ресурсы нужны. Пускару ничего такого не купишь на ману. Ты же ему линку себе. Не, ну линку можно взять, как бы, да, против того же... Легион, он там легион не самый жесткий, как бы. Тем больше некого там, по сути, брать. Ну, если бы легион был отожжен, то тогда да, понадобилось мне здесь, скорее всего. Опа, вот буш. Держи, 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 держи его, держи. Держи, держи, держи. Вот тут где-то вообще. Бежал? Бежал, не умылся. Попил. Ладно. Так, ну я с Эгисом нужно сейчас идти активно играть. То есть это очень важно, когда вы берете Эгис, нужно просто идти активно играть. Если вы играете активно с Эгисом, то, то делайте правильно, значит. Увы, как бы это странно не звучало, но вы делаете все правильно.
Хорошо, Егис дает вам неуязвимость. Блять, не реюзан нормалет. Ладно. Не убьют. Да, ФТФ, там еще умник пришел. Но если бы умника не было, конечно, я бы убил бы их. Но если бы сейчас Аегис не отдал, у меня был бы типа Аегис, я бы дуэль принял на Аегис, встал бы, еще подрался с ним. Я там не подошел. Блин, ну... Команда, как всегда, вот где они были, вот всей толпой, они были, знаете, что они делали? Они убивали Вайпера, самую важную цель на карте, втроем причем. А мид со мной никто не стоял, у Тавра вообще ваншот не стоит, ладно. Ой, блин, ладно, ладно, сейчас Алибарда уже почти купили. Чему Алибарда? Алибарда дает увороты, Алибарда дает силы, ну, статы нам очень важны, увороты и нюк очень полезны против того же Легиона, то есть Легион дает какой-то ульт, вы вешаете нюк на него и все, и до свидания. Тут, кстати, будет еще также актуально купить себе диффузал против того же Омника. Ну, то есть диффузал это имба против Омника. Так бы кто не понимает это. Инвокер, кстати, делает интересные вещи. Идет дальше. Идет дальше. А, ну вот сейчас он метеоритом запармит и уйдет, скорее всего. Я так думаю. Да, он сейчас убежит просто-напросто. Идет дальше. Интересно. Бежал. Думал, вниз ушел, но бежал. Че у тебя лунка? Че у меня там все крутого там нету? Да-да, Тавр. Там шот не стоит. Добить бы. Я как раз догоном побежал добивать. Леон, кстати, с Бэмом. А это вообще неприятно. БМом он меня может убить. Чисто я в БМ накидаю копии и умру сам. Под его ультимейтом. Так, там драка в миде. Пойдем поможем. Некро убили, Морту тоже убьют сейчас. Хорош. Еще и Вайпер погибнет. Легион вообще насрать на игру. Он просто фармит. Легиончику. Сука, что-то знает. Упс, не увидел меня. Фига голубей, главное наметать ему, он умрет. Ну, я не знаю, дальше у меня такой фри игра такая, я на рассе Тараску просто возьму и все, и закончу эту игру. То есть Тараска дает возможность закончить игру, если у вас все прям идеально, вы можете себе на 20 или 25 где купить себе Тараску после Алибарды той же. Вас просто не пробьют, и все. Вы просто не умрете, невозможно умереть таким пускаром. Я не знаю, это вас должны просто пятером накинуться на вас и просто убить вас. Пятером! Не двоем, не троем, именно пятером на вас должны накинуться. Тогда у них есть шанс убить вас. То есть просто, в принципе, Тараска и все. Без каких-либо запар. Начнем с Витали Бустера, 250 хп. До Тараски, до топора долго, 3000 фармить, это очень долго. Сразу купим себе Виталити. Виталика купим себе. Ну и с Виталиком уже будем, как говорится, выходить в нашу Тарасочку. С Виталиком будет уже легче. Немножко лес побью. Хилку, все, замаксил все скиллы. Можно потихонечку, полигонечку. Начинать драться. Сейчас через базу схожу. Через базу сходим. Сейчас кинется на страйк с МХ своим. Вот я буду гореть. Ну, хотя что гореть, просто пойму, что он с Саптон. Тоже это поймете, я думаю. Ладно, уходим. Так, нам купить бы даст на самом деле. Это будет вообще идеально. Сейчас купим даст себе и сразу курицу на низ. Домника, кстати, там дагер появился. Домника, там нормальные шмотки. Добить Таур надо. В идеале еще дождаться Рошана следующего.
Таймингово. И вот со следующим рашаном уже идти прям приехать, выход делать. У них там не все так уж и плохо у врагов. У них там шмотки есть. Там реально шмотки есть. То есть Тараска, скорее всего, и я думаю, МКБ против той же Морты. Кого подеремся со мной, друг? Принципе, да, я тебя понимаю. Опять же, вся моя команда где находится. Кто-то лес бьет, кто-то еще что-то делает. Один лес просто долбит, двое в миде там тусят. Некр с догоном. Тут дагер есть, слава богу. Что-то полезное купил. Тут догон на некрофоса. Кстати, ребят, не забывайте писать героя, на кого сделать следующее. How to play, обзор. Обзорчик. How to play. Ой-ой-ой, попроще, попроще, братик. Что так сильно? Так. Гоу, гоу, повоюем с ними. Гоу-гоу-гоу-гоу, ну что ты боишься? Ну пойдем, ну я с тобой, ну друг. Пока в упор не подойдешь, он не увидит, что ему подкрепление бежит. Просто не видит и все. Блять, ты бесишь меня, друг. Чем ты меня кукаешь? Я могу без тебя справиться. Баш или что, я не понял. Башер уже. Ладно, умираю. Там башер. Прикольно. Раз, чепушила фармище. Два. Алло, два, дурня. Ладно, походу я с Тараской, ребят, погорячился. Чисто мое мнение, походу. Ну, Тараску мы, как говорится, продавать не будем. Я просто соберусь в авангард, и все. Там слишком много ударной силы, то есть ударников. Поэтому я думаю, лучше куплю себе сейчас авангард. Так как на Тараску я не соберу, это будет очень долго. Я куплю себе авангард, и после авангарда куплю диффуз, все. Так вот, сыграем. А там уже по обстоятельствам будем играть. Почему Вангвард на такой стадии? Потому что, во-первых, он тоже дофига чего полезного против этого пика. Там трое героя, которые бьют с руки. Три героя плюс инвокер под лакерти бьют с руки. И тем самым будем много блокировать урона. И за счет этого очень, скажем так, будет проще нам делать все это дело. А им просто дай лес, крипов, они будут играть, как им так нравится. Такой стиль игры. Просто дай пацанам лес, крипов, и все, им больше ничего в доте не надо. Просто вот дай им лес, крипов, и все. Они будут играть в свою игру, им вообще плевать будет. Они будут просто АФК лес долбить всю игру. Пока не нафармят себе 37 слотов. Еще 3 в куре слота не нафармят. Я сейчас умру, кстати, по-моему. Давай сейчас умру, надо уйти. Патч тоже сейчас умрет. Этот с лотаром, обалденно. Пук, сажать. Так он. Клон. Некр с вардами, интересно. Тут что-то полезное сделал. Круто. Очень круто. Блин, так хочу себе накопить на вард этот. Все, отлично. Вард есть. Щит, кстати, стоит меньше. Можно было не тупить особо. А, отлично, все, гол пушит тавр. Там мартра потопом умерла. А, это не мартра, это инвокер был. Ну, инвокер тоже как бы очень важная цель, хотя там 1.6 инвокер. Все, ангварцы взяли, в принципе, просто уплотнились им. Ну, так как купили уже Виталити, просто Виталити же не продавать, куда его деть, вот серьезно. До Тараски долго, не так уж мы и бустим, потому что двое ФК фармят, а в три лица очень сложно. Это за наглость такая, не знаю. На крипа, да, дал хил, нормально. Есть такая штучка. Ладно, я его не догоню. Проще пойти тавр бить. Сейчас купим диффузалычи. Там Рошан, кстати, встал.
Сейчас нет смысла идти бить Рошана, хотя сейчас есть смысл бить Рошана. Сейчас, точнее, Тавр, потом Рошана, вот так. Ну, покруче. Мы сейчас, кстати, запушим Тавр, если что. Луна слишком много дэмэджа дает. Шли прокастики. Блять, ну... Нахрен не дерусь с ними. Знаю, что это глупо. И дерусь. Все, чистый урон. Даже сквозь репел пробивает. Нормально. Абадон, Абадон. Фармящий ты наш Абадон. Да, если Блега не задуэлил, конечно, я бы там разбил бы парочку лицам. Точно. Типа хилку на себя, стики нажал там. Пожил бы, короче. Зажил бы. Но, увы, никак. Так не хочется собрать БКБ, серьезно. Вот лишний слот этот. Чисто падлу. Да и он здесь не нужен, в принципе, там некому. Какой-то омник. Омник, пофиг на его хил. Спуска этот инвокер там не самый жесткий. Нет смысла против него брать. БКБ он слабенький. То есть, как бы... В мартретке нет смысла брать, алибарда есть у вороты, все дела. Сейчас что мы делаем? Убиваем рош. Пока стоит вард, вард половинчатый еще, отлично. Вот это мы пока делаем так, так, так. И моментально бежим на Рошана. Сейчас мы его очень быстро сбреем. Обновится руна, реген. Хорошая руна, но мне она не нужна. Буду ее даже трогать. Тут просто долбежка Рошана. Да, в принципе, нечего. Рошан башит меня по 15 раз. У него линка обновляется, кстати, из-за того, что он меня забашил. Два раза обновилась линка у него. Как раз возьмем регенерацию, буниковые, вообще бомба. По кайфу, парни. Ну, отлично, отлично, отлично. Страйк. Ну, Легион отдал ульт, поэтому не паримся. Вот он, Легион. Бегает бедный с поля боя. Так, диффузы скоро уже будут. По факту-то. Да, диффузов осталось совсем немного. В буквальном смысле немного. Ну вот, кстати, Легион. У меня просветов нет, я его не убью. Жа тоже ни черта нету. У этих тоже нет. Ну, типа он бессмертен. Он вниз. Просто-напросто бессмертный. Просто убивал. А 4 героя. Просто взял и убежал. Вот у него просто по кайфу, понимаете? Коля, да? Просто инвиз. На 27 минуте, без достов, нормально. Никто не считать нужен. Вот эта херня, которая у него есть, она полезнее думает. А, так вот он отдался. Если у него ТП нет, он умирает. Боже, не стопьте. Плохо аж становится. О, отлично. Паренечек. Поехали. Здравствуй. На рипер, да? Нет, не на рипер, просто захилился. Дают убивать. Тумейты. 50 секунд. Региона нет. Отлично, идем буш. Они вылетают, ё-моё. Killing spree, double kill.
с ракет инвокером. Да, стыни не нужны, согласен. Согласен с вами, доста не нужны. Ё-моё. Нагинг на минималках. Так, страйка там нет, не боимся. Все, отлично, диффуз есть. Так, там сломали здание, бараки. Топе. Тут у нас иллюзия, отлично. Хорошая руна. Баунти отберем. Вот сейчас с диффузами будем снимать репелы и прочие неприятные вещи с них. Будем тихонько их убивать, я думаю. Дальше, думаю, куплю себе ребра, потому что там фига урона физического. Ребра будут как раз, кстати, здесь пускали. Надо пушить, пацаны. Угу. Так, пацаны, будем собираться, не будем собираться. Чего вообще плевать как-то? Ну не все здесь, их двое топи у них. Два самых неприятных героя. Может, поможешь? На Пуджай, ты помоги мне, пожалуйста, друг. Пукни. Охренеть смог. Мисс, 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 мисс. Я застрял, кайф. Я умираю по-любому. Классно. Все фраги поворовали у меня, абсолютно все. Нет, это бесполезно. У меня Игис упал, кстати. Надо эти мид ломать. Так, кстати, у меня 2000 денежек. Как я уже и говорил, наверное, ребра. Хотя там у ворота типа МКБ можно было сделать, ну ладно. Может сразу две игры сыграть, я вот думаю. Может две игры сыграть сразу. Так, давай еще с гиперстола начнем. Давайте две игры сразу сыграем, ну пускай с вас лайк. Прикольный персонаж. Нравится. Но он не всегда подходит. Кускар такой герой. Он тоже. Есть пики, где он не может играть. Там, где много чистого урона, где физический урон, где контроля много, ему тяжело. Ему нужно там, где контроля меньше. Где есть возможность гулять, армлет обузить. И убивать этим самым. Моё, человек, плохо. Слушай, армалет прикольная, очень диффуз прикольная вещь. Замедляем, пацана. Два раза диффуз нажал, просто замедлил его по фулу. Так. Подожди, где ты, рыцарь? И вот это мне надо. Минус три стороны, диффуз апнем сейчас. Так, в принципе, игра уже закончится, скорее всего. Сейчас покажу на второй вам билд, вторая игра. Второй билд сейчас покажу вам. Очень интересный, сильный билд.